Всем привет, кто смотрит мое видео. Очередной выходной, солнечный день. В этот раз я решил не ехать ни на какой водоем, а попробовать половить рыбу во дворе дома. Пруд небольшой. Забросил я удочку и фидер. Фидер лежит на дне, кормушка с прикормкой и с наживкой. А удочка где-то метр над водой. Словил уже первую рыбку, небольшого карася. Так что можно сказать, сезон открыт. Были поклевки на фидер, и на удочку поклевывает. Мелочь плавает, видно, на поверхности воды. Так что посижу, половлю немного. Небольшой карась плавает. Скорее, 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 скорее! Тихо, Лиза, тихо. О, скорее! Блин, подсадчика нет. Ничего себе! Начали. Так, только тихо. Ну что, друзья, кто бы мог подумать, в таком маленьком пруду, ну вот и повезло. Смотрите, кто попался. Это рыбина. Словил на фидер со дна на 3 опарыша. Поклевка была хорошая, сразу начал фидер стучать, можно сказать, кивок. Вроде плотва, но очень большая. Так что вот. Не обязательно ехать в какой-то далекий водоем, чтобы словить хорошую рыбу. Так, ну вот такая рыба водится в домашнем пруду. Хотя ее сюда особо никто не запускал. Выросла такая большая. Хорошо, рядом был подсак. Ну, только он сложенный был, но недалеко. По-быстрому его разложил и вытянул рыбу эту. Во рту много прикормки у нее, которую забрасывал в кормушку на фидер. Ела после зимы. Вот и попалась. Ну что, вот и закончил я с рыбалкой. Просидел где-то около 2 часов на этом пруду возле дома. Было много поклевок и на удочку, и на фидер. Но словил только 2 штук. Одного вот такого маленького карасика, вторую вот такую. Поклевка была хорошая на фидер, сразу потянула леску, без подсака не вытянул бы ее. Ну, грамм 300 под 400, наверное, весит. Пущу эту рыбу, пусть еще больше растет. Вот, плыла. Это тоже отпущу. Маленький карасик. Пусть плывет. Так что вот такой выходной день провел. Тем, кому понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии по поводу видео. Спасибо за просмотр.